Привет и всем, друзья! С вами Света из Германии. Где-то в сентябре, по-моему, 27 сентября, я снимала видео, как я сею кактусы в закрытые банки. Это метод Флейшера. И вот сегодня, у нас сейчас декабрь, хочу показать вам. Я сеяла два вида матукан, албифлора. Они, когда вырастут, будут цвести белым. Вот. Уже как выросли мои кактусики. Это один вид. Здесь находится другой. Сейчас покажу вам. Наведу камеру. Вот. Выпадов семян нет. Все взошли дружненько. Было две порции по 10 семян и по 17 штук они проросли и вот развиваются. Вот так вот. Стоят они у меня на окне, на вот такой вот зеленой пластиночке электрической. И хорошо им здесь идет тепло снизу. И вот здесь марлечка у меня сверху, вырезанная крышка. Поэтому мои кактусики могут спокойно дышать и хорошо развиваются. Время от времени я поливаю их спринцовкой. Вот. И весной, может быть, я их выну и буду уже пересаживать в горшочки. Может быть, вы купите тоже семена и захотите посеять ваши первые кактусы. Попробуйте мой метод. Ну, он не мой метод, но я переняла его. Это метод Флейшера. Я показывала его в своем 307 видео. Кому интересно, видео номер 307. Ну что ж, я желаю всем вашим растениям здоровья. Пока-пока!